А вы знали, что в первой серии Cuphead Show дедушка Чайник поручает Cuphead и Магману покрасить забор? Однако что-то пошло не так. Поэтому наши герои отправляются в магазин за новой краской, но вместо этого идут тратить деньги в парк развлечений. Однако Магман замечает, что в случае поражения автоматы забирают души проигравших и отправляют их прямо в лапы дьявола. Нетрудно догадаться, что то же самое произошло и с чашкоголовыми. Однако Магман сумел сохранить душу брата, и они ринулись куда подальше, а дьявол начал преследование. Во время продолжительной погони, по случайному стечению обстоятельств, автомат был уничтожен, и все души вернулись в свои тела. Братьям удается сбежать, однако дьявол объявляет на них охоту.